здание КГБ приснесли. Кстати, это мост Олег Майдан. Площадь независимости, станция. Ранее площадь Ленина. И сейчас там что-то будут строить грандиозное. Метрополь Групп. Какая-то компания здесь эту территорию себе забрала. Окончание работы 2027 год. Что там на турецком написано? Я думал, здесь небоскреб какой-то будет. Рэдисон. Бывший Зарафан. Время 2:30, очень жарко, народу нету практически. Один и тот же маршрут каждый год прохожу. Новаи, театр, Бродвей, Бродвей, театр, Новаи. А что-нибудь уже новое поснимать. Ремонт. Театр на ремонте. Театр на ремонте. Что делать? Когда приходить? Вот такая машина была в терминаторе. Понять, почему фонтаны выключены. В театре ничего нет, они Новоиском, русский грамматический закрыт, только соединил в Новои. Прямо в туалет. Ну, помню, сейчас есть. Вот она и туалетная, куда же без нее. Работают. С 9 до 20 даже.
здесь хороший книжный. Я вот не знаю, там ряды вдоль голубых куполов. Еще продают книги или нет? Художник картину пишет. Женщина сидит на травке, книжку читает. Рай. В прошлом году мы здесь были, но это был вечер, по-моему. Движуха была такая. Кафе работали, музыка. Ангелина значки просила. Да его не вывезешь. Очень много значков, монет. Много всего интересного. Порядка 10 тысяч значков.